проводится эвтаназию одной свиньи и одной коровы. В деревне Чемашур Увинского района объявлен карантин. У местного фермера домашний скот заразился ящуром. Такова легенда учений. Специалисты в режиме реального времени показывают, как должны сработать ветеринары при обнаружении страшной болезни животных. Важно очень это знать, что где, какой пост должен стоять, где карантинная зона. Не дай бог такое, чтобы был ящур здесь. Эти учения проходят в соответствии с новыми правилами по локализации и ликвидации ящура. Они вступили в силу этой осенью. Теперь места поражения предписано делить на определенные зоны, и для каждой расписаны свои требования. В эпизодическом очаге в радиусе 5 километров весь восприимчивый скот, а это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, они изымаются как у сельхозтоваропроизводителей, так и в личных подсобных хозяйствах, бескровным методом усыпляются и сжигаются. Также сжигается животноводческая продукция, корма, полностью все это сжигается. Все, что касается в зоне неблагополучной, в зоне угрожаемой, в зоне наблюдения, там весь скот восприимчивый, вакцинируется против ящура. Ящур – болезнь опасная и очень заразная, говорят ветеринары. Она может нанести огромный экономический ущерб. Так, в Башкирии, где 4 года назад было выявлено это заболевание, регион понес убытки более 50 миллионов рублей. Но самое страшное – ящуром может заболеть и человек. Любое животное, которое не прошло ветеринарно-санитарный осмотр, оно может быть источником, как бы послужить источником для возникновения очага в любой деревне. Вот. Если из неблагополучного пункта оно доставлено, также являются источниками заражения корма. То есть из неблагополучного пункта, если привезли корма, например, привезли, пожалуйста, вот тебе уже новый очаг. Последний раз вспышка ящура в Удмуртии была 40 лет назад в Граховском районе. На сегодня регион считается благополучным по данному заболеванию. Чтобы так было и впредь, ветеринары занимаются профилактикой. И такие учения – часть этой большой работы. Вероника Ваулина, Павел Яскин, Новости.